Хрупкие на первый взгляд цветы виолы, или как называют это растение в народе анютины глазки, легко адаптируются к сочинскому климату и отлично переносят зиму. Цветовая палитра яркая, богатая, создает ощущение праздника даже в серые будни. Хорошо соседствует с примулой и барсикой, которые также стали традиционными для озеленения курорта. Цветы применяются так, чтобы впоследствии они могли простоять на клумбах до весны. Концепция у нас свободный пейзажный стиль, но с элементами, которые включаются на всех районах города. Всего ко дню города планируется высадить около 450 тысяч саженцев. Обновляться будут как городские клумбы, так и цветочные конструкции вертикального оформления. Мы высаживаем растения, которые легко адаптируются в наших условиях, радуют глаз в течение всего зимнего и весеннего сезона. То есть следующая замена растений будет уже в лето, а всю зиму, когда в основной массе снега везде лежат, у нас растут цветы красивые. Также уже сейчас в городе будет высажено порядка 120 тысяч луковичных растений, которые, перезимовав, непременно взойдут к первым весенним праздникам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.